Миниханов сегодня вручил медали главному тренеру волейбольного клуба «Зенит Казань» Владимиру Алекно и игроку команды Максиму Михайлову. Напомним, казанский «Зенит» выиграл все 5 турниров, где участвовал. В пожаре на улице Автосервисной в Казани пострадал человек. Сегодня утром здесь вспыхнули 12 емкостей с краской. Работник предприятия, которому принадлежат горевшие емкости, получил ожоги средней степени тяжести. Из-за высокой пожарной опасности лесов в республике объявлено штормовое предупреждение. Оно будет действовать с 14 по 21 мая. Отметим, что на территории Татарстана сейчас действует особый противопожарный режим.